Переговоры Ангелы Меркель и Петра Порошенко показали, в чем взгляды Германии и Украины принципиально расходятся. Накануне лидеры двух стран встретились в Киеве. Сенсаций или громких заявлений от этой встречи никто не ждал, но в ходе дипломатической беседы канцлер Германии недвусмысленно намекнула, что киевским властям придется забыть про капризы и все же смириться с проектом «Северный поток-2». Он необходим Германии. Фрау Меркель напомнила, что сейчас между Россией, Украиной и Еврокомиссией идут переговоры. И Берлин крайне заинтересован в наращивании безопасного транзита российского газа в Европу. Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии у Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от России до Германии через Балтийское море. Ежегодно через него будет проходить 55 миллиардов кубометров газа. Киев категорически против прокладки новых газопроводов в обход своей территории. Но Германия и многие другие страны Европы проект поддерживают. Как раз потому, что «Северный поток-2», в отличие от украинского транзита, обеспечит стабильность поставок.